добрый вечер. В эфире информационная программа «Сегодня». В студии Ольга Скавребова. В прямом эфире мы вам расскажем о самых интересных событиях дня в нашем выпуске. Их работа – следить за тем, как соблюдается закон. Репортаж о буднях судебных приставов республики. У нас на исполнении находится 878 исполнительных производств. Это, вдумайтесь, на общую сумму 217 614 142 рубля. На улице Советская – праздник. Строительные работы наконец-то завершены. За 36 лет я такой красоты не видела, как сейчас. Мы вот послевоенное время ходили, почти бахилы одевали, не могли перейти эту улицу, грязь такая по уши. Постоянно стояла вода. Схинвал преображается. На улицах Целинников и Мамсурова установили детские площадки. А на пересечении Лермонтова и Революции появятся фонтаны. В скором времени на этом месте появится фонтан с очень красивой композицией. Влюбленная пара под зонтом. Сегодня президент Леонид Тибилов подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Республики Южная Осетия военнослужащих, выслуживших установленные сроки действительной службы. В документе также говорится и об очередном призыве граждан на действительную военную службу в ноябре-декабре 2015 года. Речь идет о гражданах мужского пола, которым ко дню призыва исполняется 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также граждан старших призывных возрастов, потерявших право отсрочки от призыва. Следственный комитет Российской Федерации по Северной Осетии возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц МВД Республики. По версии следствия, 31 октября около 15:30 в отдел полиции города Владикавказа на допрос был доставлен местный житель Владимир Цкаев. Его подозревали в ранении сотрудника ОМОНа. В ночь на 1 ноября из-за ухудшения состояния здоровья задержанного он был госпитализирован в реанимационное отделение, где скончался утром, не приходя в сознание. Родственники настаивают на версии, что мужчину забили до смерти на допросе. Родственники и соседи погибшего устроили пикет у зданий республиканского МВД. Они требовали встречи с министром внутренних дел Артуром Ахметхановым. Генерал Ахметханов сообщил, что дело направлено для расследования в Следственный комитет и пообещал, что заниматься укрывательством никто не будет. И если вина будет доказана, виновные понесут наказание. Как сообщают СМИ Северной Осетии, к протестующим также вышел глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров. Он пообещал взять дело под свой личный контроль. Продолжаем выпуск. Люди, которые следят за тем, как выполняются судебные акты и при необходимости содействуют тому, чтобы закон соблюдался. 1 ноября в России отмечают День судебного пристава. У нас 30 августа. О том, как работает служба судебных приставов в нашей республике, в репортаже Яны Плиевой. Утреннее совещание всех работников службы судебных приставов, распределение задач и обязанностей на всю рабочую неделю. В течение дня необходимо ознакомиться с поступившей документацией и уже потом идти по участкам. Работа наша и опасна, и трудна, говорит главный судебный пристав Вадим Джагаев. Судебные решения к ним поступают только тогда, когда необходимо принудительное воздействие, а это непростая работа. А все начиналось в 2001 году, именно тогда образовалась служба. Всего с 24 работников. Теперь уже молодой состав службы работает в активном режиме и осуществляет с лихвой поставленные задачи. Практически все решения суда исполняются именно вами. Служба судебных приставов. То есть принудительная форма. То есть если человек добровольно не исполняет судебное решение, дело переходит то именно служба судебных приставов возбуждает исполнительное производство и уже непосредственно работает с должниками. У нас на исполнении находится 878 исполнительных производств. Это, вдумайтесь, на общую сумму 217 614 142 рубля. Окончено 645 исполнительных производств. Это в процентном отношении 73%.
Работать приходится со злостными неплательщиками алиментов, коммунальных услуг, когда сумма долга уже большая. Кроме того, сейчас идет работа над соглашением с пограничной службой, при которой будут задерживать злостных долгов при пересечении границы. Чаще всего взыскиваем административные штрафы, алименты. Больше всего это алименты. Дальше идут меры принудительного исполнения, если добровольно человек не соглашается выплачивать алименты, другие штрафы какие-нибудь взыскали любые. Для более эффективной работы и в какой-то степени облегчения службы многие мероприятия осуществляются по договоренности с Министерством внутренних дел. Некоторые принудительные выселения из домовладений осуществляются с участием правоохранительных органов. Вроде бы слабый женский пол в большинстве случаев и выполняет такую непростую работу. Они тоже работают в штатном режиме. Такие же исполнительные листы, как и выселение и обязание физических лиц совершить определенные действия, они имеют на исполнение. Они справляются очень хорошо, прекрасно. В проблемных делах и начальники им помогают, а также ребята помогают друг другу. Как еще отметил главный судебный пристав, дорабатываются пункты соглашения о союзничестве и интеграции с российскими коллегами. Благодаря совместной работе многое изменится в их деятельности. С одной стороны, обмен опытом, и с другой стороны, совместная работа, которая во многом ее упростит. Яна Плиева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Автотрасса Цхинвал-Знаур была сдана в эксплуатацию 3 года назад. Все это время она служила верой и правдой местным жителям. Но не так давно дорога начала портиться. Появились трещины, местами асфальт просел. Наша съемочная группа отправилась на автотрассу. В 2012 году одна из автотрасс республиканского значения Цхинвал-Знаур после реконструкции была сдана в эксплуатацию. Дорога протяженностью 33 километра связывает город не только с районным центром Знаур, но и со многими селами района. Жители Знаурского района помнят, в каком состоянии была дорога до восстановления. Теперь же до районного центра можно доехать всего за полчаса. Реконструкцией трассы Цхинвал-Знаур занималось государственное унитарное предприятие «Дорекспострой». Работы были завершены в срок, и у соответствующих надзорных органов к их качеству вопросов при сдаче объекта в эксплуатацию не возникло. Однако уже спустя пару лет проезжавшие на трассе стали замечать трещины на некоторых участках. За разъяснениями по поводу недолговечности уложенного асфальта мы обратились, которое занималось строительством объекта. Ведь по нормам дорожного строительства после сдачи объекта в эксплуатацию строительная фирма обязана следить за состоянием в течение 5 лет. Из гарантийный срок уже фандогано. У дороги есть гарантийный срок. В течение 5 лет мы обязаны следить за качеством асфальта. Если появятся какие-либо дефекты, строительная организация обязана их устранить на свои финансовые средства. Трещины появились и на обочинах дороги. Но, как нам сказали в ГУБТОРЭКСПОСТРОЙ, все проблемы в скором времени будут устранены. В сентябре мы составили дефектный акт и в ближайшее время приступим к строительству этих участков. Я думаю, что в скором времени дорога будет полностью отреставрирована. На сегодняшний день эта дорога обеспечивает автотранспортное сообщение более чем с 30 населенными пунктами. Поэтому любые недоработки, связанные с несвоевременным реагированием на устранение повреждений дорожного полотна, причиняют определенные неудобства автомобилистам и пассажирам, а в целом приводят к образованию ям, наличие которых крайне нежелательно на трассах республиканского значения. Роза Тедеева, Регина Черткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. И на этой улице наступил праздник. Затянувшиеся строительные работы на улице Советская наконец-то завершены. У тротуара и проезжей части теперь красивый и ухоженный вид. Наш корреспондент Эльвира Тибилова расскажет подробнее. Улица Советская считалась одной из проблемных улиц Цхинвала еще с советского периода. В рамках инвестиционной программы на 2015-2017 годы весной текущего года местная строительная организация «Дельта» приступила к ее строительству. На сегодняшний день улица полностью благоустроена, чему бескрайне рады и жители. Ну, за 36 лет я такой красоты не видела, как сейчас. Мы вот послевоенное время ходили, почти бахилы одевали, не могли перейти эту улицу, грязь такая по уши. Постоянно стояла вода, дети летом не выйти, комары, грязь.
пыль. В общем, все, что мы пережили, это осталось сзади. А вот на сегодняшний день мы все жители моей вот улицы очень довольны и хотим объявить благодарность. Значит, это здесь работала бригада ООО «Дельта», ее руководитель Алан Габараев. И его работникам этой организации от всей души мы благодарны. И очень большая-большая им, конечно, заслуга в том, что они сделали нам такую красоту. Вот улица вся в свете, чистая. В общем, мы очень-очень довольны. Некоторые жители проживают здесь больше полувека. Им постоянно приходилось сталкиваться с проблемами, связанными со старыми коммуникационными линиями. Были у нас проблемы, постоянно вода у нас прорывала. Вот Валера знает, постоянно у нас лужицы здесь были, копали, рыли постоянно, но никаких изменений мы не видели. Канализационные линии на нашей улице постоянно засорялись. Теперь же ситуация изменилась в лучшую сторону. Спасибо тем, кто к этому благому делу приложил руку. Улица Советская была построена в 60-х годах прошлого века. Старожил улицы Руслан Кочев хорошо помнит, при каких условиях строителям приходилось работать. Ведь его отец тоже строитель дороги. Я живу здесь с 56-го года. Сейчас благодаря современной технике работается легче. Раньше же было сложнее. В городе был единственный трактор «Беларусь», и нам приходилось вставать в очередь. Новая дорога, новые тротуары. Жители не нарадуются на ухоженный вид своей улицы. Эльвира Тибилова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Столица нашей республики постепенно преображается. Благоустраиваются улицы и скверы. Недавно на улицах Целинников и Мамсурова установили детские площадки. А на пересечении Лермонтова и Революции в скором времени появятся фонтаны. Наш корреспондент Елена Газаева с подробностями. По инициативе президента Леонида Тибилова были выделены финансовые средства для облагораживания улиц города. В наиболее густонаселенных микрорайонах было решено установить детские площадки, а в других – красивые фонтаны. На улице Целинников прекрасно обустроенная детская площадка. Здесь и качели, горки и многое другое. А для подростков – футбольное поле. Дети несказанно рады, а родители спокойны и не переживают за них. После школы, закончив домашние задания, мы приходим сюда поиграть на площадке. Играем на поле в мяч. После того, как у нас появилась площадка для игр, все играют здесь. Потом идем домой довольные. Идет активная работа, чтобы успеть до наступления холодов. Если позволит погода, то в скором времени завершатся все работы. Один фонтан будет на перекрестке улиц Революции и Лермонтова, другой на улице Мамсурова. Жители жилого массива рады этому событию. С нетерпением ждут окончания строительства фонтана. Я рада, что наш район станет красивее. От лица родителей и всех детей хочу выразить благодарность тем, кому пришла эта идея. Всем тем, кто трудится над улучшением облика нашего города. Президенту и правительству и администрации города. Скульптор и художник Алан Бекоев давно работает в этом направлении. Автором скульптуры Фатима в сквере Костахи Тагурова тоже является этот талантливый художник. Не менее интересна и другая его задумка. В скором времени в районе центрального рынка появится уличная скульптура Исмела Санакоева. Коренным цхинвальцам хорошо знаком образ этого человека. Многие хорошо помнят его. Это был человек невысокого роста, всю жизнь проработал на заводе «Эмальпровод» и был передовиком производства. Последние несколько лет для жителей республики стали очевидны изменения в лучшую сторону. Хотя много еще предстоит сделать, но надо отметить, что и сделано немало. В скором времени на этом месте появится фонтан с очень красивой композицией. Влюбленная пара под зонтом. Прилегающая территория благоустроена. Вокруг лавочки зеленые насаждения, красиво уложена плитка. Город постепенно преображается, становится красивее, ярче и чище. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня. Дороги нет, освещения на улицах тоже. В таких условиях приходится жить населению села Верхний Рустау. А между тем населенный пункт находится прямо у леса. А это значит, что волки – нередкие гости в этих краях. Поэтому наличие хотя бы одного фонарного столба в радиусе 100 метров жизненно необходимо. В проблеме разбиралась Оксана Дьоева. Проблема качества сельских дорог на сегодняшний день пока остро стоит перед руководством республики и непосредственно руководителями районных администраций. Многие села Цхинвальского района к этому времени уже обеспечены дорогами и другими условиями для нормальной жизнедеятельности. Но все же есть проблемные участки дорог в отдельных селах.
Среди этих деревень есть Верхний Рустау. Здесь осталось мало жителей, и дорога сюда в очень плохом состоянии. Здесь на окраине села, в одном из маленьких домиков, живет молодая девушка Ирина Тибилова. Живет здесь вместе со своей мамой, зимой уезжает во Владикавказ, а летом бывает здесь, в родном селе дедушки и бабушки. У Ирины серьезные проблемы со здоровьем, она бывшая спортсменка, но сейчас передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на это, ее трудно назвать человеком с ограниченными возможностями, скорее с повышенными потребностями. Она сама выполняет работы по дому, водит машину и даже работает в МЧС по Северной Осетии. Ирина приехала сюда, когда дороги более или менее были в нормальном состоянии. Сейчас же машина стоит во дворе, невозможно выехать за пределы двора. Дом моих предков, в общем, и чтобы сюда попасть, это нереально просто, потому что дороги ужасные. И, ну, как видите, да, мне здесь недоступно, и я останавливаю вот там машину, если этот дождливая погода, я никак не могу попасть сюда. И вот большая просьба, чтобы просто сделать дороги. Она с улыбкой вспоминает времена детства, когда приезжала сюда вместе с родными и близкими, играла со сверстниками. Но сейчас говорит, что и грустно от того, что здесь осталось очень мало жителей. В селе осталось только несколько домов. Так как старый дом дедушки уже ветхий, протекает крыша и стены в дырках, она вместе с родными решила построить новый дом чуть подальше старого участка. Залили фундамент, привезли строительный материал. Работы начались, но вскоре вынужденно остановились, так как строительная техника не могла подъехать к месту будущего дома. У нее двое детей, старшему из которых 21 год. Она говорит, что с удовольствием бы приехала жить сюда вместе с родными. Она испытала много жизненных трудностей, но человек с доброй душой и сердце, заполненное любовью к земле предков, все же рвется в родные места. Как нам сказали в руководстве Цхинвальского района, эту проблему начнут решать тогда, когда дорога чуть высохнет, так как в таком состоянии техника еще сильнее усугубит проблему. Мы с нашими коллегами выезжали на место, которое вы описали и зафиксировали дорогу в очень плохом состоянии. Вот за последнее время дорога раскисла очень сильно, и просто нету технической возможности, чтобы сейчас ее отсыпать. Вот. Можно было сделать это гораздо раньше, если бы они обращались. Но дорога до дождей у них была в хорошем состоянии, и от них просьбы не поступало. Вот сейчас мы им объяснили, что как только подсохнет немного верхний слой, чтобы можно было хотя бы что-то провести, какие-то работы сделать, мы обязательно им окажем содействие. Руководство нашей страны поставило перед собой цель улучшить условия жизни сельских жителей. И очень надеемся, что проблема жителей Верхних Русов будет решена в ближайшее время. Оксана Джиоева, Алим Бетеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра, 3 ноября. В Самарском районе республики облачно, ожидается мелкий дождь. Температура воздуха днем плюс 6, ночью плюс 4. В Дзавском районе облачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9, ночью плюс 7. В городе Квайса облачно, ожидается небольшой дождь. Днем 5 градусов тепла, ночью 2. В Лениногорском районе Южной Осетии облачно, без осадков. Днем плюс 11, ночью плюс 8. В столице республики Цхинвале будет пасмурно. Днем 8 градусов тепла, ночью 6. У меня на этом все. В 20.30 с новостями вас познакомит Ирина Габараева. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.